Магаданский водоканал находится в трудной ситуации. Предприятие уходит в кассовый разрыв, терпит убытки. С 2019 года департамент цен и тарифов установил заниженную стоимость услуг водоканала. По словам специалистов, уровень инфляции и НДС с каждым годом растет. А предприятию необходимо закупать топливо, оборудование, запчасти, комплектующие. За первое полугодие 2020 года убыток предприятия составил более 48 миллионов рублей. Вопрос о текущем состоянии водоканала рассмотрели в городской думе. Депутатская комиссия по вопросам градостроительства, жилищно-коммунального хозяйства и экологии приняла единогласное решение включиться в процесс формирования тарифа, чтобы не довести муниципальное предприятие до банкротства. Фактически принято решение было о направлении обращения в адрес председателя правительства для того, чтобы вернуться к рассмотрению ситуации, связанной с формированием тарифа для муниципального монетарного предприятия «Водоканал». В последующем мы полагаем, что по результатам рассмотрения в адрес комиссии будет направлена уже соответственно, информация по рассмотрению этого обращения, и полагаем, что да, необходимо сегодня включаться в этот процесс для того, чтобы предприятие не довести до банкротства. Департамент цен и тарифов Магаданской области не дает возможность повысить стоимость тарифов на услуги водоканала. В суде тоже не получается прийти к необходимости повышения тарифов на 1,5-2 рубля за кубометр воды. Также страдают и рабочие места. В данный момент трудится около 60 человек. Для нормальной работы предприятия необходимо 340.